Новые инвестиционные проекты обсудили на заседании Межведомственного совета под председательством губернатора Михаила Меня. В Приволжском районе собираются строить новый гостиничный комплекс. Располагаться он будет рядом с биофермой, которую тоже только начинают строить. Гостиничный комплекс предполагает 150 новых рабочих мест. Осуществление данного проекта предполагает строительство гостиничного комплекса широкой инфраструктурой, в состав которого будет входить главное здание на 30 номеров и отдельно стоящие гостевые дома. Обсуждается возможность строительства клиники с широким спектром предоставляемых услуг, спа-центр, торговые павильоны, спортивные площадки для различных видов спорта. Губернатор проект одобрил. В июле приступит к строительству. Понравился совету и проект создания комплекса по выращиванию овощных культур в Гаврилово-Посадском районе. Предполагается, что сначала на Ивановском рынке появится морковь местного производства. Чуть позже капуста, картофель, свекла и другие овощи. Однако не все проекты получили безоговорочное одобрение. Строительство коттеджного поселка эконом-класса Ново-Калиново предполагает прирост населения в том районе примерно 50%. Проектом планируется строительство 670 индивидуальных домовладений эконом-класса общей площадью 57 690 квадратных метров. Стоимость домов с земельным участком в собственности, подведенными коммуникациями, по проекту составляет 26 750 рублей за 1 квадратный метр. Общая площадь территории поселка составляет 200 гектаров. Между тем, объекты социальной инфраструктуры, школа, сад, поликлиника в планы инвестора пока не входят. К тому же, территорию с аналогичной площадью в Ново-Калиново эта организация уже получала около 3 лет назад. Сейчас там несколько недостроенных коттеджей, а земли попросту распродаются. Губернатор предложил реализацию нового проекта начать по-другому. Вы строите коммуникации, огораживаете участок, общий участок забором, строите, значит, общий как бы там дом, в котором базируется все, и охрана там и так далее. Когда вы строите детский сад там, какую-то минимальную поликлинику, да, когда вы строите, значит, там магазин и так далее. И самое главное, подтягивайте коммуникации. И потом это ваш, вложите вот в это, потом нет вопросов. По проекту строительства коттеджного поселка в Ново-Калиново будет собрана рабочая группа. Специалисты выйдут на место и там дадут оценку деятельности инвестора. Только после этого будет решена судьба 200 гектаров земли. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.